Во Всероссийский день глухих в социально-культурном центре регионального отделения общественной организации инвалидов прошел смотр-конкурс творческих номеров. В зале люди с безграничными возможностями, именно так они себя называют. Их всех объединяет одно ограничение – слуховое. Поэтому исполнение номеров и песен с сурдопереводом. При социальном центре работает множество кружков самодеятельности. Есть объединение жестового пения. 14 артистов приглашены в Ижевск, где в этом году пройдут парадельфийские игры. Мы должны будем там представить свои номера художественной самодеятельности. Будем выступать на разных площадках. Этот конкурс международный. И люди, много будет общения. Люди стараются, конечно, принять участие в таком конкурсе. Но не все регионы.